во Вселенной, в необозримом космическом пространстве, среди миллионов и миллиардов галактик, звездных скоплений, черных дыр, солнц и планет, существует абсолютно неопровержимое доказательство существования мира, населенного разумными существами. Планета Земля. От первой искры, которой высек неизвестный Homo sapiens, ударив один камень о другой, разгорелось пламя, с помощью которого за многие тысячелетия были созданы удивительные изобретения. С течением времени человеку удалось подчинить себе силы природы, намного превосходящие его собственные. Печатный станок, подзорная труба, паровая машина – это примеры тех великих изобретений, которые свидетельствуют об отсутствии преград для творческой мысли человека. Эти изобретения становились рубежами новых эпох. Человек пересек континенты, покорил воздушное пространство и неудержимо стремился к новым неизведанным мирам. Одним из таких рубежей могло стать и утро 14 июня 1850 года. Неизвестный молодой человек, увлеченный естественными науками, переступил порог неприметной мастерской по изготовлению велосипедов, желая войти в долю производства. Никто не подозревал о том, что он может стать величайшим изобретателем и предпринимателем всех времен. День добрый, я на связи, я Амковский. Это второй выпуск прохождения операции «Гений», спецотряд физики. И сегодня мы продолжим развивать нашу компанию Old World Inc. И сохраним у нас вот это было, вроде как, если ничего не путаю, да-да-да, вроде как оно. И да-да-да, все правильно, это оно. А я вам напоминаю, если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления. Ну и, конечно же, приятного просмотра, не забывайте писать комментарии. Так, у нас тут головоломочка была. Блок. Один. Блок выстроил блок, да? Механика. В дальнейшем нам придется хранить дрова для велосипедов на чердаке. Подали для этого слишком сыро. Найдите блок для тяжелых грузов. Выберите блок с максимально предельной грузоподъемностью. У нас это очевидно полиспад, потому что тут аж в 4 раза увеличивается. Тут у нас в 2 раза. И это... Благодарю, теперь нужно подвесить. Я не знаю, как это объяснить, но игра просто вылетела на рабочий стол в оконный режим. В чем прикол? Я хз, давайте еще раз попробуем. А еще тут игра была очень громкая, я сделал потише. Выбираем. Благодарю, теперь нужно подвесить блок. Но игра, как я уже говорил, очень нестабильная. Она вылетела вот в таком вот виде на рабочий стол. По-другому никак в этой задаче. Поэтому этот сегмент мы запишем так, потому что у нас вариантов-то особо и нет. Так, давайте разбираться. Максимальный вес определите и введите результат. Тут у нас отсылка к закону, который был в журнале. F1 умноженное на I1 равняется F2 умноженное на I2. В данном случае F2 у нас равно 200 ньютонов, а загруженных веревок 6. А максимальная нагрузка F1 в данном случае, очевидно, надо примножить одно на другое, и будет 1200 ньютонов. Печатается? Да, печатается. Хорошо, тогда зачем будет. Все, здесь мы в игре. Слушайте, тут одна проблема, игра какая-то дисбалансная. Тут нет отдельной настройки голоса. Это тоже один из багов, можно сказать. Звуковые эффекты — это голос плюс звук. И на звуках это очень громко, на голосах это очень тихо. Но придется из двух зол выбирать одно. Я поставлю где-то наш, наверное, 55, музыку тоже до 55 убавлю. В таком случае будут очень тихими голоса, которые тут произносятся. Но не будет громких звуков, которые мою речь заглушает. Я думаю, это будет лучше, чем если речь будет меня заглушать, но голоса будут чуть-чуть слышабельны. Поэтому придется на это пойти. Все, одну головоломку плюс мы решили. К нам пришло письмо от Карла Цейса. Давайте его прочитаем, еще в прошлой части это было. Йена, 18 сентября 1855 года. Не Вена ли это случаем? Благодарю вас за ваше дружеское письмо и похвалу, высказанную нашим прибором. Я очень рад, что вы, как молодой предприниматель, хотите прислушаться к моим советам. Я готов помогать вам словом и делом в обучении молодых специалистов. Мой многолетний опыт показывает, что такое предприятие, как ваше, должно держаться на надежных, компетентных шлифовщиках линз. Этому вам можно добиться, если познакомить учеников еще в начале их обучения с основными понятиями оптики. Так как без хороших линз нельзя построить ни хороший микроскоп, ни телескоп, мы прежде всего обучаем своих учеников понятиям, которые используются для описания характеристик линз. Для простоты я привожу здесь рисунок линзы, на примере которого хочу объяснить вам эти основные понятия. Вот он, этот рисунок, мы его видим. Оптическая ось изображена здесь в виде пунктира. Вот оно проходит, пунктир по центру. Наверное, да-да-да. Это прямая линия, которая мысленно проводится через центр кривизны поверхности шара. Если вас смущает то, что я говорю о поверхности шара, мы в оптике представляем себе, что сторона одной линзы как бы часть, отсеченная от шара отведенного диаметра. Чем меньше диаметр этого шара, тем больше кривизны линзы. И наоборот, вот видите, вот он здесь, вот он как две отсеченные. Центр М, вот она эта точка, это центр симметрии линзы. Он находится на оптической оси, как раз в том месте, где пересекается плоскость линзы, где она проходит сквозь нее. Плоскость линзы LE, вот она, вот эта вот касательная, лежит вертикально по отношению к оптической оси и проходит через центр. Фокусы F, вот он, и F1, это опять же точки пересечения преломленных лучей, которые падают на линзу параллельной оси. Как вы можете видеть на рисунке, на этом примере мы представляем себе, что справа лучи падают параллельно оси, а слева проходит через фокус. Как вы легко можете догадаться, F1 это как раз мысленный фокус для противоположного случая. Лучи падают параллельно оси с левой стороны. То есть как под одним вот этим вот направлением оно упадет на нее, оно на таком вот направлении и будет здесь находиться. Фокусное расстояние F обозначает расстояние между фокусом F и центром M. Где оно у нас тут? А, вот F, F1. А F между F и M. А, ну да, вот оно, вот это вот F имеется в виду, малая часть. Фокусное расстояние играет важную роль, когда нужно получить четкую картинку. И да, это если знаете, вот вы возьмете, например, какую-нибудь лупу, там же линза находится, и поднесете ее к тексту, то в одном случае она будет нечетким, вы будете ее отдалять, приближать, и в какой-то момент она станет четким. Это как раз точка фокусировки. И от вашего глаза это тоже зависит, под каким вы, как далеко, близко вы к лупе находитесь. Если, как, например, при аметропии фокусное расстояние неправильное, картинка получится размытой. Вот как, что в лупе как раз можно наблюдать. Мы, само собой, разумеется, строго следим за тем, чтобы в наших микроскопах это расстояние четко соблюдалось. Каждое отклонение означает то, что данный прибор непригоден для использования. Но не только понятиями о линзах должен владеть ученик, его багаж знаний должен также включать понятие об отражении. Отражение – это физическое явление, которое появляется, когда свет падает на граничную поверхность разных материалов. Идеальное отражение мы, как известно, можем наблюдать в зеркале. Оно отражает большую часть падающего на него света. Каждое зеркало, в которое вы смотритесь, имеет плоскую поверхность. По закону отражения угол падения альфа и угол отражения альфа-1 равны. Вот простой пример. Альфа под одним углом упал, под другим отразился. Сами они будут вот здесь вот равными. Но если вы изогнете зеркало вовнутрь, вот тут как раз так оно изображено, то лучи света, падающие параллельно, будут отражаться согласно закону отражения следующим образом. В месте, куда падает луч света, надо представить касательную и опустить ее на перпендикуляр в точке падения луча. Угол между падающим лучом и данным перпендикуляром будет углом падения альфа, а между перпендикуляром и отраженным углом отражения. Отраженным лучом углом отражения альфа-1. Касательная вот так вот она проходит здесь. Вот оно падает Так, и тут как бы вот проходит касательно относительно той точки. Через нее вычисляется вот он перпендикуляр, появляется угол, и еще один такой же угол приплюсовывается, это альфа-1. Следующий. В этом случае наблюдатель будет видеть свое отражение в зеркале сплющенным и, возможно, посмеется над своим образом. Это у нас кривые зеркала всякие. Нигде Петросян, а всякие там, знаете, типа цирков, карнавалов, прочее там есть такие. И наоборот, при выпуклом, здесь уже выпуклое показывается, зеркале лучи, поступающие параллельно оси, будут отражаться наружу. Человек, увидевший свое отражение в таком зеркале, покажется, что его растянули. Эта картинка может быть очень смешной. Тут тоже вот видим, что проходит, падает луч, падает касательная, тут, видите, угол получается больше гораздо. И перпендикуляр точки падения луча определяет следующий угол. И они, как бы, видите, отличаться будут. Здесь такой, а здесь такой. Таким образом, кривизна зеркала может расплющить, растянуть, сузить или расширить человеческую фигуру, в зависимости от того, где имеется выпуклость. По верхнему или нижнему краю зеркала, внутрь или наружу. Если вам еще нужны советы, то я бы рекомендовал посетить нашу фабрику в Йене, чтобы вы могли непосредственно увидеть процесс обучения наших учеников. Рад отправить вам в качестве образца нашу линзу, чтобы убедить вас шлифовать линзы сразу у нас. Но решение остается за вами. С уважением, Карл Цейс. Да. А, ну да, не Вена, очевидно. Йена, все, окей, хорошо. Да, полезная информация, у нас куча бабла. Домов у нас даже больше, чем нужно. Так, мы можем построить там... О, экспериментальный цех. Он увеличивает эффективность фабрик в радиусе. Сейчас придумаем. Что, тут куча зданий. Получай. Выселили людей, выкупили домик, снесли. Надеюсь, тут хватит места. Не то, вот он. Денег мало теперь. Ну, подождем. Спешить некуда. Нам все равно все это придется снести. Даже церковь можно тут снести. Ну, протестанты, немцы. Все дела, она тут какая, кстати. По-моему, как католическая выглядит. Похоже. Хотя Лондон. Давайте 5000. 6000 мы потратили на снос. О! Мы в минусах, ура! Больше пока переписку ни с кем мы начать не можем. Да. Железный рудник... Можем построить полную занятость у нас. О, давайте железо сможем добывать. А, денег нет. Гроша нема. Ну, это все будет. Покрывает. Просто интересно в эту штуку не запихнуть, да? Да, забастовки тут есть такие. Да, поднимем зарплату вам. О, задачка появилась. Что там по статистике? 5520 велосипедов производим, угля 780 добываем. Неплохо. Механика. Экспериментальный цех. Давайте еще одну сохраночку сделаем. Блок 2. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Инструктор сказал, что мне нужно тянуть веревку от блока. Сколько метров веревки мне придется вытянуть, чтобы поднять груз на 4 метра? Еще одна задачка из этого же разряда. Давайте смотреть. Ну, как несложно догадаться, та же самая ошибка, поэтому придется реагировать аналогичным образом. Какой длины веревку придется тянуть? Расстояние до груза S1,4. Количество нагруженных веревок 6. Но по тому же принципу, если я сейчас ничего не путаю, S2 это будет 6 умножить на 4, это и без калькулятора сделать будет 24. Ай, что-то не печатается. Все прошло хорошо, будут сделаны следующие сволочи. Да. Ну... Да, прогресс. Нам теперь надо добывать, начать железо. Ну давайте. Сейчас деньги накопятся. Тут скорость, к сожалению... О, пока не это. Пока нас не обломали. Так, тут дорогу можно провести. Главное правильно строить, инфраструктуру развивать, чтобы наивысшей эффективности достичь. О, теперь литейный цех. Можем выплавлять начать. Отливать. Заливать. Ну да. Так, где бы тебя построить-то? О! Получай, природа. Столько земли халявной. Литейный цех. Сейчас теперь будут деньги на постройку. О, все. Все, теперь у нас есть железо. Сталь. Железо у нас тоже есть, и сталь у нас есть. И еще один ресурс, который в игре есть, это шины. Железная дорога, железнодорожный мост, завод по производству локомотивов. Прогресс. Так, нам нужны рабочие места. Погодите. Сейчас понастроим. О, кстати, дома перестраиваются время от времени. И там смогут больше людей жить. Это очень хорошо. Уже 10 человек. Уровень жизни надо повышать, чтобы это происходило. Два... О, дома. Отлично, у нас есть условия. Давайте железную... Завод по производству локомотив нам нужен однозначно. Где-нибудь желательно в этом радиусе строить, чтобы... О, вот здесь вот пока. Там перестроим потом, чтобы бонусы были. О, новый выпуск журнала вышел. Производством кастрюль. Угу. Да, прикольная головоломка. Давайте сделаем. Я приготовил скороварку и обычную кастрюлю. Производитель кухонной утвари ждет, что вы покажете ему ваше изобретение. Окей. О, даже не вылетел. Щелкните термометр, и вы увидите, как в горшке температуру после 7. Тут 100 градусов. А тут больше 100 градусов. Производитель кухонной утвари поражен, но не до конца понял, как получилось так, что в скороварке морковка приготовилась быстрее. Надо объяснение дать вариантов. Выберите какой ответ Георг правильный. Это нас отсылает на тот первый выпуск журнала, где говорилось про гейзер, а что типа если получилось его заткнуть, что при более высоком давлении у нас будет более высокая температура. В данном случае. Более высокая температура. Внутри оказалась другая жидкость с большей температурой кипения. Тут это не зависит от жидкости. Нет, вообще это может зависеть, в принципе, но здесь не надо делать. Температура двух плит была выше с правой стороны. Плит каких имеется в виду? На которых нагревают? Ну, нет, здесь. Давление верхней части повышает температуру кипения воды. Да, там же принцип скороварки такой, пароварки. Морковь справа была приготовлена заранее. А, типа мошенники у нас хотели обмануть. Ложится, что вот этот вариант будет здесь. Продолжить. Производитель кухонной утвари удивлен тем, как быстро пища готовится с скороварки. Если он и дальше будет так готовить, нам стоит ее запатентовать. Окей. И сейчас будет патент. Та-дам! Патентная грамота номер 674-93. На основе имеющихся документов патентное ведомство выдает просителю патент. Предметом патента является способ функционирования и изготовления пароварки. А, да, первый патент. И 5000 сверху, кстати. О, первый локомотив начали продавать. Тут можно построить этот... вокзал. Давайте его запилим сразу. Сейчас надо найти только место. Тут прикол в том... А, во, вообще идеально, слушайте. Тут же какой стороны вход? Вот, хрен пойми, вроде вот отсюда. Вот так вот будет, наверное. И железную дорогу чуть надо протянуть. Если его в конец карты вот так вот улазить, то мы сможем увеличить наши доходы экспортом. Так, домов надо еще дома построить. Сейчас придумаем что-нибудь. Не хотят они ровно строиться. Что-то им не нравится. А, нет, уже занятость полная. Все, переписка с Сименсом. О, конечно. Игра так быстро развивается, Вернер Сименс. 500 монет, да вообще, базару ноль. Так, давайте журнальчик почитаем. Второй выпуск пришел. Наука и мир, журнал общества физиков. Знаток оптики, интервью с Карлом Цейсом. Да мы уже попереписывались. Слава Ватту, паровой машине 100 лет. Какова скорость света? Феномен скорости. Или феномен все-таки. Содержание. Феномен скорости. Феномен. Даже для крайне быстрого света действует закон, определяющий путь и время. V равно S, деленное на T. Ну, в данном случае очевидно, что... Ну да, вот V равно S на T. В 1649 году Ипполиту Физо удалось определить скорость света с помощью зубчатого колеса. Вот оно изображено. На самом деле это очень сложно было измерить. Юбилей. 100 лет назад Джеймс Уатт приступил к разработке паровой машины, и это стало началом технической революции. В его честь единица физической величины... Назван, наверное, имеется в виду. Единица физической величины мощности. P. Мощность равно W, работа за T, время. Была названа его именем. Мастерски. Интервью с Карлом Цейсом, успешным предпринимателем, изготовителем высококачественных оптических линз. Тут у нас изображен как раз таки микроскоп, получается, окуляр, через что смотрим, тубус. Сама рабочая область, через которую происходит процесс фокусировки, можно так сказать. Объектив, на что конденсатор, как бы в нем это концентрируется, и зеркало. Так вот это работает. И как это выглядит, что попадают лучи, как они проходят. Реальная промежуточная картинка. Вот мы смотрим, происходит пересечение в трубке, падают на объектив, на котором тут закреплен предмет, и виртуальная основная картинка так вот выводится. Какова скорость света? Феномен скорости. Кто хоть раз в жизни стрелялся на дуэли и слышал, как пуля пролетала у него мимо виска? Ну да, каждый день мы же консерваторы подобным занимаемся. Ну да, да. Знает, как смертельную опасность она несет с собой. Речь идет о скорости. Но насколько быстро движутся вещи, которые окружают нас, несутся на нас или от нас? Есть ли что-то быстрее звука? Какова скорость пули? Какова скорость света? Скорость определяется законом пути времени. Измеряет путь, который проходит тело, и время, которое оно на это затрачивает. Ученые любят считать метры в секунду, или это миллисекунды, наверное, все-таки метры в секунду. Почтовые кареты, которые хотят похвастаться своими быстрыми лошадьми, предпочитают километр в час. Перевести одни единицы в другие довольно легко, смотри в рамки. Единицы, метр в секунду, километр в час. 1 метр в секунду это 3,6 километров в час, но это соотношение, опять же, 3600 секунд в часе, наверное, так. 1 километр в час равно 1000 метров, делено на 3600 секунд, равно 1 метр на 3,6 секунды, равно 0,27 метров в секунду. Это пригодится нам может. Следует различать два вида скорости. Средняя скорость дает среднее значение скорости тела в определенный промежуток времени. Это важно, потому что позволяет определить скорость даже тогда, когда изменяется направление движения или характер. Кучер на почтовой карете может иметь самых быстрых лошадей. Если он по дороге постоянно заезжает в рестораны, чтобы пропустить стаканчик, тем самым он губит свою среднюю скорость и наверняка свою печень. Но если учитывать мгновенную скорость, то в этом случае для кучера все выглядит не так уж плохо. Она указывает только на скорость тела в данный момент. Если кучер сидит в ресторане, она равна нулю. Ну а если едет, она равна этой скорости. Но если он несется с криком «Ура!», явно переоценивая свои возможности состояния алкогольного опьянения, то к ужасу пассажира при большей мгновенной скорости может проехать мимо ворот. Ускорение обозначает то, как быстро может изменяться скорость тела. Оно показывает, в каком соотношении находится изменение скорости и время, за которое это произошло. Физики, которые передают эту величину, обозначают ускорение коротко. А. Например, если кучер через секунду после трогания с места изменит свою скорость на 1 метр в секунду, то он получит ускорение в 1 метр в секунду в квадрате. Единица ускорения метр на секунду в квадрате равно А равно В, деленное на Т в квадрате. Если кучер натянет вожжи и остановит коней, то он осуществит процесс торможения. По сути, замедление при торможении является отрицательным ускорением. Но какую же скорость имеют самые быстрые вещи? Есть ли абсолютная максимальная скорость, которую уже ничто не может превзойти? Что мы знаем, так это то, что звук распространяется по воздуху со скоростью 343 метра в секунду. Во время грозы раскаты грома раздаются лишь после того, как мы увидим молнию, за исключением того случая, если молния попадет в нас. Если между вспышкой молнии и раскатом грома пройдет 10 секунд, значит молния сверкает в 3430 метрах от нас. Если внимательно следите и все время считать, сколько времени проходит между вспышкой молнии и разрядом грома, можно выяснить, приближается гроза или уходит. Но что с молнией? Или, точнее говоря, со вспышкой? Имеет ли свет тоже скорость? Некоторые ученые думают, что скорость света – это абсолютная величина, никто и ничто не может быть быстрее света. Но между тем известно, что скорость света имеет приблизительное значение. В 1849 году французу Ипполиту Физо удалось установить скорость света. Для этого он с помощью быстро вращающегося зубчатого колеса измерил время, за которое свет преодолел большой путь. Физо получил число 313 тысяч километров в секунду. Сегодня мы знаем, что скорость света равна примерно 300 тысячам километров в секунду. Таким образом, скорость света абсолютно максимальная величина скорости, которая когда-либо была измерена. А тут я могу подколоть. А как же скорость движения фотонов отдельно? И частиц света. Ну ладно, не буду тралить. Где-то года это было, явно неизвестно. Пройдя путь несколько километров, свет отражается от зеркала и вновь попадает на зубчатое колесо. Частота вращения зубчатого колеса регулируется таким образом, чтобы свет по возвращении был закрыт одним из зубцов, а не попадал в глаз наблюдателю. Путь и время, которое было потрачено светом, его можно рассчитать по частоте вращения, позволяет вычислить скорость света. Ловкий Ипполит Физо произвел с помощью быстро вращающегося зубчатого колеса короткие световые сигналы. Вот оно. Да здравствует Ватт, 100 лет паровой машине. Паровая машина совершает работу или преобразует тепловую энергию в работу. Когда первый экземпляр машины был доставлен в область Рур, русский бассейн, то, согласно легенде, один рабочий спросил: «Что это?» «Это от Ватта», — сухо ответил его коллега. Сегодня тот же самый рабочий наверняка бы не задал подобного вопроса, так как с появлением модернизированной паровой машины Джеймса Уатта 100 лет назад началась промышленная революция. Ватт смог существенно повысить КПД, коэффициент полезного действия, своей машины за счет того, что он заставил пар сжиматься попеременно с обеих сторон поршня. До этого Денис Папин 1647-1714 и Томас Ньюком 1633-1729 смогли построить первую действующую паровую машину. Ватт заменил движение вверх и вниз с помощью планетарного механизма на вращательное движение. С помощью маховика преодолевается мертвая точка. Центробежный регулятор отвечает за подачу пара. Вот он у нас как раз таки рисунок, тут с пояснением указано, что и что. Вот он правый котел, который нагревается, вот он поршень, который давит, правый клапаны тут находится, конденсатор с насосом вот здесь вот происходит это, и резервуар с охлажденной водой, балансирная перекладина с параллелограммом, вот она, и планетарная шестерня. Паровая машина наглядно иллюстрирует физические величины энергию E и работу W. Энергия обозначает состояние, работа обозначает процесс. Работа – произведение действующего в направлении пути и силы пути S. W равно F, деленное на S, умноженное на S. В процессе движения тела проходит расстояние, преодолевая силу. В разных случаях приходится преодолевать разные силы, например, при движении тела по поверхности приходится преодолевать силу трения, а при подъеме тела его вес. Например, когда паровая машина Ватта на каменоломне поднимает корзину с камнями массой 100 кг на высоту в 10 метров, она совершает работу. Ключевое слово – работа по подъему и мощность. Работу по подъему легко рассчитать, так как сила подъема и сила веса имеют одинаковое значение. Угу. Работа W – это произведение силы подъема или силы веса и высоты или пути. И корзина в каменоломне она будет равна. W равно m умножить на g умножить на h равно 100 кг умножить на 10 ньютонов на килограмм умножить на 10 метров. Итого 1000 ньютонов умноженное на 10 метров равно 10 тысяч ньютон-метров, скорее всего не нано-метров, равно 10 килоджоулей. Мощность представляет собой количество работы за единицу времени. Если точка приложения силы в 1 ньютон передвигается за 1 секунду на 1 метр, потребуется мощность 1 ватт. И если корзина с грузом указанной массы 100 кг будет подниматься на указанную высоту 10 метров в течение 20 секунд, то для этого потребуется мощность 500 ватт. P равно W, деленное на T равно 100 умножить на 10 умножить на 10, разделить на 20, итого 500. Но что с энергией? Паровая машина превращает энергию угля в потенциальную энергию корзины, состояние которой не меняется, пока корзина стоит наверху. Но если хочешь избавиться от нелюбимого коллеги, который стоит как раз ниже на 10 метров и плетет очередную интригу, то потенциальную энергию корзины можно высвободить за счет ее падения. Если корзина упадет вниз, то она опять совершит работу и займет место нелюбимого коллеги. Вообще у паровой машины множество применений, одним из ярких примеров которых был паровоз. Кстати, в честь Джеймса Уатта единицу измерения мощности решили назвать его именем. Ну, это очевидно. Производство блошиного стекла. Интервью с Карлом Цейсом. Ним. Наука и мир. Господин Цейс, вы считаетесь изобретателем микроскопа. Цейс. Здесь я должен резко возразить. Первый микроскоп сделали в Голландии в 1590 году. Оптик Ханс Ясен и его сын Захария из Миддельбурга. Недостаток этих приборов заключался в низкосортном стекле и недостаточном шлифовании. Люди не знали, что делать с первыми микроскопами. Они развлекались тем, что рассматривали под ним блох. Поэтому долгое время микроскопы называли блошиными стеклами. Но оба и не стали называть себя производителем блошиного стекла. Смеется. Нет, мы тем временем ушли вперед. В 1864 году в возрасте 30 лет вы организовали свою первую мастерскую в Йене. Откуда у вас интерес к оптике? Еще ребенком я мог часами смотреть на отражение в воде. Особенно меня восхищали миражи летом. Сильную жару над полями, где недавно был собран урожай, кишили такие привидения и фантастические фигуры. Вот там, кстати, микроскоп. Но этому ведь есть объяснение. Пожалуй, да. Это точно не фея на Моргане, от которой пошло понятие фата-Моргана. А что? Холодный воздух плотнее, чем теплый. Если два слоя воздуха граничат друг с другом, то происходит отражение. Слои воздуха проявляют разную оптическую плотность. Когда в последний раз вы видели особенно впечатляющую фотоморгану? Или моргану, неважно. К сожалению, я видел всегда только обычные миражи, которые тоже привлекательны. Отражение при этом появляется внизу. Далеко на севере, в открытом море, в очень редких случаях миражи бывают вверху. Это, кстати, летучие голландцы всякие. Некоторые моряки пугались до смерти, когда видели в небе корабли-призраки. Что не знали моряки, ну знаете вы. Они не знали, что над морем располагался холодный слой воздуха, а над ним теплый. На границе этих слоев с различной оптической плотностью можно было наблюдать и линии отражения. Если к вам придет молодой выпускник школы и захочет пойти к вам в обучение, как вы заинтересуете его оптикой? Чаще всего интерес уже присутствует. Проблема скорее в том, как направить его в нужное русло. Один, например, хочет сделать микроскоп, но даже не понимает разницы между светящимися и освещенными телами. Ну так объясните нам разницу. Откашливается. Все объекты, которые мы изучаем под нашими микроскопами, это освещенные тела. Почему? Потому что благодаря рефлектору в наш прибор поступает солнечный свет. Крошечные тела на держателе объекта освещаются этим источником света. А такие источники света, как солнце, пламя свечи или горячий факел, являются светящимися телами. А если вы положите под микроскоп светлячка? Ну, это будет в высшей степени интересно. Освещаться будет светящееся тело. Ваша мастерская специализируется на производстве различных линз. Чем отличаются эти линзы? Прежде всего, мы различаем выпуклые и вогнутые линзы. Выпуклые в середине всегда толще, чем по краям. Лучи света, которые падают на линзу параллельно, два раза переломляются и сходятся. И затем проходят через фокус. Такие линзы называются также фокусирующими линзами. Обогнутые линзы. Они, как правило, в середине тоньше, чем по краям. Параллельно падающие лучи рассеиваются, поэтому их называют рассеивающими линзами. Кстати, в нашем чемоданчике с линзами можно увидеть разные типы линз, если, конечно, реклама здесь уместна. Каковы ваши планы на будущее? У меня появился новый многообещающий сотрудник, Эрнст А.Б. Он специализируется на научной оптике. Вместе с ним, моим братом Рудольфом и стекольным мастером Отто Шотом мы хотим сделать лучшие в мире оптические очки, бинокли. Большое спасибо за интервью. Да, довольно интересненько. Картиночка. Аукцион. Раритет. Лейденская банка. О, мощно. По поводу весеннего праздника общество физиков проводит аукцион по продаже Лейденской банки, который сделал лично Эвальд Георг фон Клейст. Выручка пойдет на благотворительные цели. Аукцион состоится в воскресенье в 11 часов в здании общества. Легендарная Лейденская банка, которая выставлена на торги с начальной ценой $99, является прибором для накапливания электрического заряда. Это один из первых конденсаторов. Ну, на самом деле, не самый первый, но сейчас прочитаем и расскажу. Она может быть названа первым функциональным конденсатором. А вот тут можно возразить, потому что они еще были в Древней Персии, известно до нашей эры, когда использовались банки, определенные горшочки. Но, хотя тут слово «функциональный конденсатор», применения там этому особо и не было, это просто можно было накапливать. Принцип ее действия был обнаружен в 1740 году Эвальдом Георгом фон Клейстом 1700 и 1748 и Питером Ван Мушенбруком 1692-1781 с небольшим промежутком. В 1745 году Клейст положил гвоздь в стакан, заполненный спиртом, и наэлектролизовал его. Держа стакан в одной руке, он попытался вытащить гвоздь другой, но получил неожиданно сильный удар. Некоторое время спустя аналогичный случай произошел с Мушенбруком. Часто для увеличения накопленного заряда несколько лейденских банок соединяются в батарею. Эксперименты с такого рода конденсаторами могут быть довольно опасными. Так, в 1783-1753 году погиб русский профессор Рихман. Он заряжал такую батарею во время грозы, его убила шаровая молния. Рихман стал первой жертвой высоковольтной техники. Лейденская банка состоит из цилиндрического, открытого сверху непроводника, стеклянный сосуд, на внутренней и внешней поверхностях которого два заизолированных проводящих слоя, наклеена станиоль. Внутренний слой для более удобной зарядки соединен с металлическим стержнем, торчащим наружу. Если бутылка получает от стержня отрицательный заряд, то за счет индукции внешнее покрытие получает положительный заряд. Вытесненные электроны уходят в землю, если бутылка не заизолирована. Вот изображение. Металлический стержень с ядрами. Стеклянный сосуд-изолятор. Вот он. Внешняя станиолевая бумага. И внутренняя станиолевая бумага. Кстати, конденсаторы в электронике, которые используют там бумажных очень много конденсаторов. Там разные типы есть, но здесь, наверное... Хотя, может быть, и будет здесь про электронику. Я раньше, помню, работал с паяльником. Разбирал всякие эти платы. Выковыривал оттуда. Всякие там сопротивления, резисторы, транзисторы и прочее. Хотя сопротивление резистора это одно и то же. Так, короткое объявление. Шотландский инженер-изобретатель срочно ищет финансиста для производства своей запатентованной пневматической шины. Шина с резиновым шлангом, наполненная воздухом, делает катание на велосипеде удобным. Шланг с воздухом мягче даже сплошных резиновых шин, не говоря уж о деревянных и железных колесах. Угу. Пожалуйста, направляйте свои предложения по адресу Роберт Томпсон, Мейн Роуд, Эдинбург. Письма читателей. Кстати, «Взгляд на звезды», выпуск 1. Уже много лет я являюсь признанным членом общества физиков и считаюсь одним из ведущих астрономов. Говоря коротко и ясно, меня превзошли. Как можно со всей серьезностью объяснить людям планетную систему и при этом упустить такой захватывающий феномен, который уже многие столетия пугает людей, завораживает их и заставляет задуматься? Я говорю о затмениях. Это явление природы возникает в том случае, когда одно небесное тело находится в тени другого небесного тела. Мы на Земле знаем о лунных и солнечных затмениях. Редкие, почти невидные затмения Венеры мы опустим. Во время лунного затмения Луна полностью попадает в тень Земли. Земля при этом находится между Солнцем и Луной. На рисунке, который я прилагаю к письму, можно увидеть, где полная тень, а где полутень. Вот у нас изображение лунное затмение. Это Солнце, источник света, очевидно. Вот у нас Земля находится. Тут у нас падает на Землю орбита Луны. А здесь вот находится Луна. Здесь вот полутень, а здесь полная тень. Как получается такой эффект? Здесь Солнце светит, а здесь Луна. А солнечное, это когда Луна затемняет. Потому что тоже это учить надо. А солнечное затмение, это наоборот, когда Солнце падает, и на ее пути встает Луна. И она как бы ставит такой эффект в одну точку. А тут у нас это когда день-ночь, по сути дела, если так очень условно сказать. Полная тень. Во время солнечного затмения часть земной поверхности находится в тени Луны. Луна при этом стоит между Землей и Солнцем. Так, подождите. Все правильно, да. И здесь существует полная тень и полутень. Если наблюдатель Если наблюдать затмение, находясь в полной тени, то это будет полное затмение. Если находишься в полутени, то наблюдаешь частичное затмение. Я надеюсь, что мои объяснения показали вам, что вашу статью было бы целесообразно дополнить, и я настойчиво предлагаю вам на будущее мою научную поддержку. С уважением, доктор Георг Битнер, руководитель Астрономического института в Подсдаме. Кстати, «Взгляд на звезды», выпуск 1. И это опять же доказывает, что те неверующие рационалисты никогда не читали книгу пророка Иезекииля, где там написано, что Земля является шаром, и где написано, что Земля является всего лишь одним из многих миров. Наша церковь и общество пророка Иезекииля в Шаварме не будет терпеть ваше отрешение от Бога и ваше несказанное кощунство. Как сказано в 3 книге Иезекииля, «Истинно говорю вам, благословенны нищие духом, которые думают, что познали творение Бога. Истина есть и останется в том, что Земля стоит на диске». Ага, еще на 3 черепах. Генрих Хьюкин Амерсбуш. Тут как раз обстёбывают религиозное воззрение, даже не просто религиозное, а именно фундаменталистские, креационистские. На самом деле наука и религия вещи... В принципе, если брать по основам, они не противоречащие, они просто дают ответы на разные вещи. Можно найти соприкосновение. Хотя тут опять же с каких позиций. Есть воинствующие атеисты, что по сути дела тоже религия, вера в то, что Бога нет, например. А есть воинствующие наоборот, верующие, которые говорят, да вообще там, что там атом, науки, все это выдумка. И то, конечно же, неправильно. На самом деле, высшие силы какие-то есть, но они находятся за масштабами Вселенной. И, например, физическая наука тут явно не сможет дать ответ. На эту тему я читал книгу Стивена Хокинга «Высший замысел». Кстати, рекомендую почитать. Сама книга такая хайповая, науч-поп. Там довольно упрощенно говорится, но в целом, типа, мысль такая, что... Сама работа представительности, типа, вот он сейчас скажет, а что тут высший замысел, про высшую сущность какую-нибудь там, да, и прочее. Он разбирает, там дает множество интересной теоретической информации, и все это полезно. И просто доходит до одной точки и говорит, нас типа волнует, что стало развиваться после этой точки, поэтому мы не будем отвечать, что было там до этой точки. То есть чисто просто как бы убило весь смысл, такой спойлер небольшой. На самом деле противоречия никакого нет, не будем сейчас об этом, наверное. Да, интересненький журнальчик, было приятно почитать. Изматывают, конечно, такие объемные книжки читать, но это приятно, это полезно. Значение прибыли. Интересно, от чего уровень жизни тут зависит? От водоснабжения зависит, наверное, да. Давайте сразу все лишнее поудаляем. Тан-та-та-та-тан, тан-та-та-та-тан, та-та-та-тан, звуки капитализма. Я пока повыпиливаю все, что... Тауэр, мостик. Мы это, конечно, выпиливать не будем. А вот это все можно лишнее поспилить, чтобы оно не мешалось. Ибо имеем право. Это бесплатно, в отличие от биологии, где за это штрафят, за вырубку лесов. Так, просто так проще будет, по-моему. Пока пусть деньги копятся. Лучше сразу все расчистить. Так, отлично. Отлично. Угу. Сколько тут всего? Так, подождите, у нас же это было задание. Или оно будет другое? Это же было. Сейчас у нас просят про агрегатное состояние, да? Окей. А, нет, другое. Это у нас уже оптика. Светоизлучающее тело. Вдруг признался мне, что на экзамене ученикам часто задают вопросы о самосветящихся телах. Интересно, а что это такое? Попробуйте. Выберите 4 примера самосветящихся тел. Ну тут смотрите, мысль, это мы читали про оптику. Освещаем — это то, на что падает свет и отражает их. А самосветящиеся — это сами источники света, то, что само светится. Свеча раз. Два. Три. Так, насчет 3-то мы разобрались, а что 4-то? Вода, нет. Нет. Я бы взял керосиновую лампу, если она зажечь ее, это очевидно. Хотя, если кастрюлю нагревать, технически можно сказать. Слушайте, я не хочу рисковать. Давайте сохранимся на всякий случай. А то вдруг неправильно ответим, будет обидно. Просто я сейчас объясню свою логику, чтобы вы поняли, с чего я схожу. Нам надо показать самосветящиеся. Насчет свечи понятно. Идет активное окисление, горение, и это создает источник света. Если мы поместим, кстати, вот простой пример, как самосветящийся. Если поместить предмет в условия абсолютной темноты, то есть нет источника света, изолированной комнаты, без окон, без дверей, да? И туда поставить свечу, она будет издавать свет. Вот эта штука накаленная, туда ее поставить, она будет издавать свет. Ну, печка, очевидно, что да. А надо 4 выбрать, выбрали только 3. Нет, это... А! Если это имеется в виду солнце, солнце само по себе светит, то в таком случае так, если я правильно понял логику. Ну, давайте проверим. Да, солнце, правильно. Уголь, раскаленка черга, память. Да-да-да, все правильно, все правильно. Я сдал экзамен на лестницу. Ура! Молодец. О, 5000. Да, бабосики прислал нам он, молодец. Давайте расширяться. Где мы там построили? А, вот он. 6500 снести дом, пипец. Получай, город. А мы уже можем потихонечку их сносить. Так. Сюда. Так, у нас сейчас будет переизбыток рабочих явно. В офисе все тихо. Ну да. Что-то они не совсем перестраиваются. Там, кстати, поезда ездят. Что-то я не вижу, что поезд ездил. Не может, типа, не той стороной его построил? А сколько стоит его построить? Где 500? Должен поезд ездить, я помню, анимация должна. А давайте проверим проще. Дорога не такая дорогая. А, нет, ездит. Все. Все хорошо, ездит, просто так совпало. Анимка. Так, люди что-то не хотят перестраиваться. Так, вот это нафиг вы не пилить. Вот эта дорога тоже не нужна. Где бы мне вас поселить? Ну, рядом с Тауэром это будет оскорбление. А, ну тут дороги не связаны, кстати. А мост надо построить. Вот он. Пипец, 3000 на создание моста. Скажите спасибо, что мы вам построили. Трещи. Корреспонденция от Siemens принята. Телеграфы. Сейчас сделаем. Давайте башни напорные протянем. Так, а то он у нас как бы не очень эффективно идет. Так, ох, вот сюда, чтобы она проходила, надо. Сейчас там я видел квест, выскочил, сейчас простроится. Так, нам нужно что? Уголь, сейчас построим угольную шахту. Еще одну. Так, собственно, значит, не надо. Так, давайте выполним задание. Конденсатор. На аукционе в физическом обществе, да-да-да, вот оно, это вот электричество. Мне удалось приобрести подлинную лейденскую банку. Если мы сможем делать такие конденсаторы, ученые со всего мира будут покупать их у нас. Правда, этикетка на ней пожелтела от времени. Может, вам удастся отреставрировать ее? У вас легкая рука в этих вещах. Ну, попробуйте. Выберите ярлычок с правильным описанием, перетащите его в правую часть банки. Так, нам надо его создать, да? Окей. Металлические пластинки шариками. Это здесь. Очевидно, что это будет внутренняя фольга, а это внешняя. Хорошо, соберем конец. О, 5000. О, выпуск конденсаторов. Так, только у нас с домами проблема до сих пор не решенная. Сейчас придумаю что-нибудь. Лондон такой город, не из самых легких здесь в игре. Имхо. Так, в офисе у нас что там? Письмо от Siemens пришло. Давайте почитаем. Берлин, 17 ноября 1866 года. Глубоко уважаемый господин, большое спасибо за ваше письмо. Я с удовольствием передал приветы моим братьям, и меня порадовала ваша заинтересованность в моей работе и прислал вами эскизы для совершенствования маленьких генераторов динамо-машин. Как вы знаете, с открытием Майклом Фарадеем электромагнитной индукции началась новая эпоха. Со всей скромностью я думаю, что смог развить идею, которая даст значительные результаты. Речь идет о получении электрического тока неограниченной силы удобным и дешевым способом. Ключ к этому генератору описанный мною динамоэлектрический принцип. Ключевой мыслью стало то, что воздействие известных с 1831 года индукторов можно было бы значительно усилить, если заменить неудобные стальные постоянные магниты на электромагниты, чья обмотка питалась бы самостоятельно выработанным током. Остающегося в железе электромагнитов магнетизма достаточно для того, чтобы индуцировать первоначально слабое напряжение на вращающемся якоре. Полученный таким образом ток может быть использован для того, чтобы усилить магнетизм электромагнита вплоть до насыщения. Это самовозбуждение электрического генератора при использовании оставшегося в сердечнике электромагнита магнетизма называется динамоэлектрическим принципом. Так как я наслышан о вашем серьезном интересе к таким генераторам, отправлю вам один из моих генераторов. Я был бы рад сотрудничеству с вами. Наверняка мне не надо перечислять вам все многочисленные преимущества электрификации. Здесь для наглядности эскиз генератора, который через несколько дней будет у вас. Ох, он нам генератор слил, круто. Вообще мне больше нравится позиция: мы сделаем электричество настолько дешевым, что жечь свечи будут только богачи. Свечи атмосфернее, короче, выглядит. Консервативней. Так, у нас тут статор, катушки статора, коллектор, роторы, катушки ротора. Если вы хотите продемонстрировать этот генератор своим коллегам, то я рекомендую вам обратить внимание на два момента. Во-первых, дилетанту часто сложно понять, куда идет ток, который вырабатывает генератор. Покажите своим коллегам, что ток идет на токосъемные кольца, например, с помощью коммутатора, в то время как ротор вращается. Во-вторых, генератор и потребитель составляют одну электрическую цепь. Это значит, что необходимо промежуточное включение потребителя, чтобы избежать короткого замыкания. Ну да. А то самому себя замкнуть — это жесть. Что же касается вашей идеи построить велосипедный генератор, то я поражен, что вы сразу же хотите использовать мое изобретение вашей основной деятельности – производство велосипедов. Так как заводы Siemens ориентируют нас на производство больших динамо-машин, читай генераторов, вы вполне можете наладить производство таких маленьких динамо-машин и открыть таким образом совершенно новое поле деятельности. Да, есть такое. Можно такую динамо-машину сделать, из колеса к нему приделать и крутить. Так даже можно заряжать автомобильные аккумуляторы. Ваши конструктивные планы иметь такой велосипедный генератор меня более чем убедили. Вы продумали все строительные элементы: приводное колесо, приводное, постоянный магнит, индукционную катушку, кабель, ферромагнитный сердечник и велосипедную лампу. Простите меня, что я внес некоторые изменения в ваш эскиз, но они сделали динамо-машину более удобной в применении и придали ей более видную форму, при этом не нарушив ее функциональности. Вот так это выглядеть будет. Ротор с приводным валом, вращающийся магнитный круглый магнит, крепление, нижняя сторона с контактами, индукционная катушка, это корпус, лампа и кабель. Ну, лампа — это конорузка, чтобы свет вырабатывать. Сообщите мне, что вы думаете по поводу внесенных мной изменений. Ваше решение сконструировать велосипедный генератор как машину с внутренними полюсами является очень верным. В машине с наружными полюсами индуцированная мощность, как известно, вырабатывается в роторе и должна выводиться из системы с помощью токосъемных колец или угольных щеток. Из-за этого сила тока этой машины ограничена. У машины с внутренними полюсами ротор является магнитом. Если он вращается, то в неподвижных катушках статора индуцируется переменное напряжение. Оно может быть сразу отдано. Вырабатываемая сила тока существенно больше, чем у машин с наружными полюсами. Исходя из этого, велосипедный генератор, как машина с внутренними полюсами, которая изначально работает с переменным током, имеет только преимущество. Я надеюсь, что мои рекомендации и советы оказались вам полезны. Я уверен, что благодаря вашему таланту и усердию вы будете иметь успех. Возможно, с вашим именем будут связаны велосипедные генераторы, как с моим генератором тока. С уважением, преданный вам Вернер Сименс. Интересненько. Интересненько. Так, эту сторону не надо застраивать. Так, у нас подавам что? 180, еще 2 надо. О, решение есть. Все. Получай, природа. И эта природа получает. О, камешек. Водонапорные башни. Хочу все покрыть ими. На этот берег. Полная занятость населения. Ура! Дома только 2-го уровня. Походу, да. Пока что. Пока что. У нас куча бабла. Тан-та-та-та-тан, тан-та-та-та-тан, та-та-та-тан. О, сюда. Давайте вот это спилим. Злой смех. Ладно, давайте, наверное, последнюю задачку решим и заканчивать часть будем. Приятная игрушка, подумать, поразминать мозги. Груженная корзина на механику. Новая паровая машина готова к работе. Но только скажите мне, какую максимальную нагрузку может выдержать грузовая корзина? Поставщик указал, что мощность машины 73,5 киловатт. Это мощность. И она должна поднимать корзину 100 метров. Это расстояние очевидно. 60 секунд это время. 60 время. Расстояние. Вы, ведь инженеры должны знать о силе... Нет, я полетел. Ну ладно, окей. И вы должны знать о силе тяжести больше меня. Точнее, ускорение свободы падения считать равным G. Берем за 10. Давайте на всякий случай к справке обратимся, чтобы не накосячить. А, где у нас тут? P равно VT. Ну, V, W я имею в виду, конечно же. Так. Работу подъем можно рассчитать. Вот как раз это условие. MGH. MGH. Ну, сразу G я могу зачеркнуть, написать 10 для простоты. А... Что там у нас? А... Так, давайте вначале посмотрим, что это. Опять это особенность игры, что вот так вот сворачивается, но так может быть даже и к лучшему. Я там еще как раз таки почитал, точнее, этот журнальчик. У меня все на бумаге выписано, что нужно. Так, давайте разбираться. Я думаю, кстати, давайте использовать преимущество, создадим блокнотик, чтобы мне можно было проще вам показать, как мы будем считать. Там у нас была такая формула, если вы помните. Выглядит она следующим образом. W равно M умножить на G умножить на H. Под W понимается у нас работа в киловаттах. Совершенно. Здесь. Мощность. Ну, да, мощность. Она нам известна. То есть мы пишем 73,5 киловатта равно... Нам надо найти массу. M. Поэтому мы расставляем. Под G нам сказали понимать десятку. И под H понимать... Расстояние это 100 метров было, но при этом нам добавили условие, что уже 60 секунд, поэтому делим это на 60. Вот нам надо теперь найти m из этой формулы. Давайте вначале разбираться с правой частью, будем с ней разбираться. Для начала 100 поделим на 60. Я это на калькуляторе сделали, я могу и так посчитать, но просто так проще будет. Получаем 1,66 в периоде. Вот я не знаю, насколько сильно здесь отправлять надо будет. Пусть будет 1,66. Пока. Не трогаем дальше. Теперь нам надо 10 умножить на 1,66. Я на калькуляторе не сразу умножаю на 10. Итого мы получаем 16,66. 6 периодов. Я думаю, что тут раз речь до сотых идет, я буду понимать вот такое значение, если оно будет правильным. Тут мы путем простой математической перестановки понимаем, что m равно 73,5 разделить на 16,66. 73,5 разделить на 16,66. Итого мы получаем 4,41176, ну и так далее. Нам тут сказано крутить до сотки. Таким образом, сюда я ставлю 4. Точка, надеюсь, запятая, да. 4,41 будет сотая. Потому что 1,7 округление меньше сторону. Вроде как так, если Никит, конечно, не накосячил в расчетах и правильно округлил. О, все хорошо, пошли. Фух, а вот это реально задачка сложная. Пришлось мозгами поразмять. Фух, производительность угольной шахты резко возросла. Да, ну того явно стоило. О, по термодинамике 100%, круто. О, слушайте, реально, что-то как-то уставать от такого начинаешь. Ну это прикольно, мне нравится. Челлендж, вызов. Прикольно. Ладно, вторая часть. Мы сегодня уже добрались до паровозов. У нас железная дорога есть. Мы добываем железо, выплавляем сталь, делаем поезда уже, скороварка, патент, все дела. В общем, рыночек потихонечку консервативно решает в Лондоне. Старый добрый Old World Inc. В целом провели весело время, поэтому, если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления, ну и, конечно же, пишите комментарии. И увидимся с вами в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!